В американском городе Фергюсон новая волна беспорядков. Огнестрельное ранение получил местный полицейский. Ему выстрелили в руку. Рана не представляет, впрочем, угрозы для жизни. По итогам уличных столкновений полиция арестовала как минимум 5 человек. Пригород Сент-Луиса Фергюсон оказался в центре внимания американской мировой прессы после того, как в августе этого года полицейский Даррен Уилсон застрелил здесь чернокожего подростка Майкла Брауна. В городе начались волнения. Полиция разгоняла толпы недовольных слезоточивым газом. Для патрулирования улиц власти использовали отряды Национальной гвардии. Из Вашингтона Фергюсон зачастили высокопоставленные чиновники, в частности, генпрокурор Эрик Холдер, о скорой отставке которого было объявлено в минувшую пятницу. По мнению большинства наблюдателей, именно события в Фергюсоне стоили поста одному из ближайших соратников Барака Обамы.